И всем привет! Мы продолжаем играть в Apex, с вами Age of Sin. Тебе не следует тревожить покой усопших. Да ладно тебе, Зера, чего ты такой суеверный? Им уже все равно, они ж давно померли, так ведь? Осквернение могил никогда не остается безнаказанным. Мертвые будут жаждать смерти. Ну, чё поделать? Ну, жаждать и жаждать. Убьем, значит. Мертвые будут жаждать смерти. Что-то я сам прочитал, задумался. О чем это я? Масло будет хотеть маслица, блин. Здравствуйте! Угу, отлично, понятно. Оба косых. Что тут? Не видно. Что тут? Гробик. Да идите вы нахрен. Всех убью, один останусь. Да, кстати, в прошлой части мы проапгрейдились до 11 уровня. А про хороший топор я забыл. Забыл. 270. А лук 130. Этот лук 150. А чё такое, я чуть не понял. Я лук чё не покупал, типа? Ну, типа, мой лук настолько крут, что он даже... Да, понятно. Что он даже круче, вот только непонятно. Я вот, знаете, честно, я вот хочу, на самом деле, одинарную стрелу. Не хочу я двойную тратить слишком быстро. Я не знаю, что я поменял. Ну, короче, мне надо вот сюда его. Так. Помимо этого, у нас есть бронька. Новенькая. Па-бам. Все, мы в синих латах. Как и у тех рыцарей, которые были до этого. 144 и 200. На самом деле, 150 получается и 200, да? Ща посчитать ведь надо. Ну, короче, разница в полтинник. Нормально. Еще меньше урона за те же деньги. Точнее, вообще за халяву. Так, а топор я все еще бегаю со старым, да? Да. Определенно, то был старый топор. Да, и урон похлеще. Сразу пошел. Красота. Никого. Три амулета. Короче, прыгать раньше времени не надо никуда. Вначале обязательно надо осмотреть этаж, а потом уже прыгать вниз. Есть что? Нет, ничего. То есть это то самое отмщение, о котором говорил Зератул? Просто скелеты поднялись из гробов. Ну как-то это не круто, что ли. Как-то это даже легко, я бы даже сказал. Да, эти комнаты умер. По 5 штук. Конечно, то, что их по 5 штук, это да, но, блин. У меня как-никак есть дух света, который все это компенсирует с лихвой. И у меня урон получается охерительный просто. Даже очнуться не успевает. Ставим, короче, в углу и критуем. Выбора у нас особо немного. У нас уже 4300 монет. Придумать бы на что-то все потратить. Молодец, дух. Я бы даже сказал, умница, дух.
Ох, вас как много-то, а. Приятно, что за его жизнь можно хотя бы не беспокоиться. В отличие от остальных. Ну так-то, так-то да. Дерьмо становится серьезнее на самом-то деле. Скелетов все больше и больше. Блин, я не хотел открывать сейчас. Всех оглушили, главное. Сейчас вот наоборот, меньше скелетов почему-то. Как-то это все странно работает. Чего так много-то, а? Так, походу надо будет чуть-чуть перекурить, чтобы восстановить своего духа. И так. А хотя чё? Херня это все. Что пишут? Выход из мавзолея. Рано нам на выход. Еще два саркофага нам надо. Вообще, короче, двоих сразу. Че? А нет, хотел сказать, что слабо запрыгнуть. Не слабо оказалось. О, самое классное, что есть в игре. Никто ни по кому не попадает. И все живы. До поры до времени. Все, волшебного красного порошка уже куча просто. Выход из мавзолея. Ура! Я попал. Выход из мавзолея. Понятно. Чё тут? Кинжаль. И вообще. Господи. Чё-то я где-то непонятно где. Ну, это уже фигня. Задание еще что ли? В смысле, а не, не амулет, думал, еще амулеты что ли. Вот ведь странно. Интересно, будет какая-нибудь универсальная свеча, которая будет давать ко всему плюс, ко всей магии урона. Так, изредка вспоминая про секретные стены. Которых уже, наверное, штук 100 пропустил. Ну, шо вы все раскидываете оружие-то, а? Он уже скоро лезть не будет. Я хуби один останусь. Не знаю. И так все до хера. Зачем вообще что-то продавать? Парам-парам-парам. Ну, пойдемте вниз. Блин. Задница. Ну чё, у нас выбора-то нету, да? Прыгаем.
Так, что у нас по инвентарю? По инвентарю, мягко говоря, задница полная. Давай, лифчик, спускайся быстрее. Пятьсот семьдесят один здоровья у меня. Капец. Куда мне столько? Не могу пройти мимо. Фуй, нахер. Ну и ладно, давайте тогда вот сюда. Пойдем. Все равно прёмся. Вот так вот, скелет без головы. Может, это его голова летает? Я нанес 666 урона. А чё? Куча, ты же обычно живая. Может, ты не живая, но хп ты имеешь. А-а-а! Так, хорошо. Что-то какая-то почти что симметричная комната. Почти. Основное слово. Да. Тут-то все. Что-то у меня, по-моему, броня уже перекачанная для этих мест. Капец. Здравствуй. Будьте на безголовый скелет. Соперничество и превосходство. Сильные скелеты похищают черепа более слабых. И нафига? Потому что так принято. Так было всегда. Отлично, рад слышать, что здешняя нежить чтит традиции. Слушай, Зера, а что если я верну ему голову? Даже не вздумай. Возвращать скелетам похищенные части не принято. Правда? Останови меня. Почему ты пытаешься саботировать правила этого замка? Потому что я человек, а люди склонны разрушать любой социальный строй вне зависимости от его совершенства. Чё правда, то правда. Хорошо, давайте что-нибудь применим. Господи, да вот эту вот хрень используют для дела с концом. Все, непонятная хрень. Все, все. Почему ты, говорит, пытаешься саботировать правила этого замка? Если ты вернешь ему череп, то нарушишь законы нежити. И что? Они обидятся? Мне и так постоянно пытаются убить. Так что хуже уже не будет. Вот так, попробуем поставить на место. Зера, ты чувствуешь всю важность этого момента? У меня не может быть подобных эмоций. Ну, конечно, опять сказочки про потерянное чувство. Прямо автомат с Кока-Колой, а не коварный призрак. Вот, встал на место. Ты собрал меня, ты спас меня. Почему? Просто сделал это назло моему старому другу. Я в долгу, прими в благодарность. Вот так вот. Нахер ненужная вещь. Но оставить ее надо на всякий случай. На всякий случай. На всякий случай.
Ну, собственно, все. Сейчас наверх. Ну, вначале вниз, потом наверх. Магазинчик продадимся. И мы почти закончили. Потом темный амулетик отдадим. Получим княженцию. А после того, как получим княженцию, мы, собственно, закончим еще один квест. Убунту, давай торговать. Нахер, 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 нахер. Туда же, туда же, туда же, туда же. Туда, 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 туда. Все продали нахер. Так, 144, 218. Нахер. Надо бы продать вот эти вот стрелы. И надо бы продать... Да я не знаю, что-то мне жалко эти камни продавать. Пам-пам-пам-пам. Ладно. Окей. Побежали дальше. Нам нужно... Нужно... На нижний этаж и подняться наверх. Да вообще без бы. Да. Жуть какая. Здравствуй. Смотри, я некромант, у меня есть 7 амулетов, моя миссия выполнена. Теперь ты теперь новый хранитель. Вот только у меня не 7, вообще-то, а 11 амулетов. Ну, это так. Неважно, короче. Простим этой игре. Блин, далеко мы уже забрались, а? Почти весь замок открыли. Судя по всему, тут осталось вот еще... А хрен его знает. Честно говорю, потом окажется в 2 раза больше. И никто смотреть не будет. Скажут, ну нахер, там еще далеко. На финале типа включусь. Мы уже, я не знаю, мы уже богаты, как хрен знает что. У нас уже 5500. Я уже, по-моему, купил все, что можно было. Вот знаете, что я не помню? Я не помню, какая баба у меня просила амулеты. А, все, вспомнил. Нам сейчас надо подняться вот сюда. Да. Помнится, когда-то давно я начинал играть в эту игру. У меня тогда был маленький экран. И самое интересное, вот не было вот такого разделения внизу экрана на 5 окошек. Что там центрально чисто под скиллы там. И 2 дополнительных там заклинания, еще что-то. У меня, по-моему, влазило только 3 окна. Так. Мне не в мавзолей. А тут все влазит, все как на ладони. Очень удобно, жутко удобно, я даже сказал. Играя, напоминаю, с геймпада, если бы я играл с клавиатуры, вы бы, наверное, услышали. Эта чертова рейзеровская клавиатура слишком шумит. И я поднялся наверх. И я зажег все огни в катакомбах. И почти что убежал. У меня почему-то все еще 0 очков анепика. Это за который мы можем купить там себе спутник в виде звезды смерти, который с одного удара убивает все. Нахер я сюда забежал? Кто-нибудь в курсе? Я не в курсе. Да рано пока еще. Для выполнения одного из заданий.
Пурпурный порошок. Пурпурный порошок. И я не помню, куда нам надо. Давайте попробуем вначале налево. Там у нас бесплотный чистейший дух, точнее. Тогда направо. А направо у нас чё? Ничего дельного. Нет уже двери, нету двери. Черт побери, нету двери. И чё мне делать? Куда идти? Я нихера не помню. Ладно. Как всегда. Ага. Ну, это сфера перерождения. Используй ее с умом. Ведь у тебя будет лишь один шанс. Мне пора идти. Спасибо. Пурпурный порошок. Пурпурный порошок. Откуда мне его брать? Блин. Я не помню, что мне сказали, поэтому. Ладно. Некрономикон, книга мертвых. Да. Неог находится. В катакомбах есть комната с небольшой демонической печатью. С большой демонической печатью между пятой и шестой свечами расположен потайной вход в комнату Некрономикона. Ты что, издеваешься? Какие пятая и шестая печать? Ты что, наркоман, что ли? Я вообще... Не понимаю, о чем ты. Раньше тоже орал? По-моему, нет. Мне казалось, что не было такого. Да, блин. Сейчас что-то я подтупливаю манек. Сюда, наверное, да? Между раз, два, три, четыре, пятый, шесть. Вот он где. Все окей. Вот она. Это наверняка Некрономикон. Клату. Что ты несешь? Это какое-то заклинание? Типа того, волшебные слова, которые предотвратят нашествие армии зомби. Никогда не слышал ничего подобного. Само собой, здесь же нет кинотеатров, но у себя дома я раз 10 пересмотрел фильм «Зловещие мертвецы 3. Армия тьмы». Там так главного героя только эти волшебные слова и спасли. Кинотеатр, фильм, смысл этих слов сокрыт от меня. Ну, потом расскажу. Давай я произнесу заклинание, возьму книгу, и мы смотаемся отсюда по добру, по здорову. Клаату, Барада, Никехехем. Ну все, нашествие зомби отменяется. Теперь мертвецы не будут возражать, если я заберу Некрономикон с собой. Походу они возражают. А я не могу ничего сделать, главное. У меня персонаж как заглючил с этой книгой, так и встал. Что-то маленькое заклинание не удалось. Совсем чуть-чуть. Пурпурный порошок-то у кого брать? Ну давай! Санта, я помню пурпурный порошок тут в самом начале игры. Этих и не говори. Вот, молодец какая. Или это синий порошок был? Начало.
Если это будет не пурпурный порошок, это будет неприятно. Ну, что ты хочешь, собственно? Ты же уже поела. Давай валяйся. Кайфуй. Блин. Где-то самое интересное, эти порошки можно покупать. Где, не помню. Возможно, на кухне. Так, ладно, сейчас посмотрим. Если моя догадка была правильная, то из вот этих вот упырей падает пурпурный порошок. Если нет, то нет. Здорово. Синяя слизь. Здорово. Походу я ошибся. Ладно, давайте тогда на этом закончим эту серию. Ну что ж, это была игрушка Anepic. С вами был Wage of Sin. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.